Мы продолжаем выпуск. Стартовала четырехдневная патриотическая акция «20 лет на страже независимости и правопорядка». Уже вчера у здания ДВД области прошел первый день данного мероприятия. В рамках акции сотрудники полиции посетили ветеранов Великой Отечественной войны и отдела внутренних дел. Подробности у Мирамгуль Салкимбаевой. По словам организаторов, в ходе проведения мероприятия среди студентов, представителей местных органов, был проведен круглый стол на тему «Я патриот своей страны». Цель акции, говорят сотрудники правоохранительных органов, повышение уровня патриотического сознания молодых граждан, поднятие имиджа сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск. План мероприятий обширный. В течение недели у нас запланирован ряд мероприятий, которые пройдут как в городе Караганде, в городе Шахтинске, в городе Темиртау. У нас запланировано посещение ветеранов внутренних дел, которые стояли еще на страже еще советского государства, который принимал участие в параде Победы. В рамках мероприятия запланировано также посещение обелиска погибших полицейских и экскурсия по музею боевой и трудовой славы ДВД области. А на второй день участников акции будут встречать в управлении специализированной службы охраны запланирован праздничный концерт. Также у здания Департамента внутренних дел области прошло построение личного состава и церемония возложения цветов к обелиску памяти погибших сотрудников. Имена наших коллег, разные годы покинувших наши сплоченные ряды. Особенность акции «20 лет на страже независимости и правопорядка» заключается в том, что сотрудники полиции посетили ветеранов Великой Отечественной войны. Один из ветеранов – Масхаб Тусупеков, который 20 лет своей жизни посвятил органам внутренних дел. Бабушка, на шахар живет? Бабушка, я столько лет проработал в органах, столько всего видел. Я хочу, чтобы молодое поколение помнило о своих героях, не забывало подвиги, которые совершили наши предки и сами совершали их. Участников акции ждал патриотический концерт в зале Народно-демократической партии «Нур-Отан». Мирамгуль Салкимбаева, Павел Спиридонов, Первый Карагандинск. В продолжении темы сразу после выпуска новостей смотрите программу «Багыт». Гость студии – начальник управления воспитательной работы Комитета внутренних войск МВД Республики Казахстан, полковник Мухаммед Кали Сатов. С гостем из столицы мы поговорим о современном патриотизме. Не пропустите.